Так, все, значит, для тех, кто в записи смотрит, это коротенькая 10-я часть трансляции XCOM 2. К сожалению, в прошлую 9-ю часть не успели пройти финальную миссию, в частности, финальную комнату. Сама по себе финальная миссия там состоит из двух частей, да, первая часть вообще коротенькая, на 11 человек, вторая большая, заявлено 27 врагов. Большую часть из них вы убиваете на подходе к главной комнате, но потом враги начинают спауниться из шести вот этих вот врат. Три с одной стороны, три с другой стороны. Задача уничтожить трех аватаров. Одного мы забили, вот второй стоит здесь. Я пока записи не было, рассказывал про ошибку, которую совершил. Ну, глобальную ошибку. Что действительно полез вот сюда вот, внутрь комнаты. Во-первых, здесь нет полных укрытий. Во-вторых, здесь какие-то странные особенности архитектуры, которые не позволяют кидать гренки дальше вот этой штуки. То есть они как-то в какую-то невидимую стенку упираются и не перелетают, что с этой стороны, что с этой. При этом противники могут вас каким-то макаром видеть через эту стенку. Правда, мои снайперы тоже периодически могут стрелять. Фаор, ты поддержал ваш канал на сумму 100 рублей. Чмон, чумандер, чпокни чмошников. Вот, поэтому план следующий. Сейчас тут мясцо, наш мутон еще живой, но он, скорее всего, гуфнется. Тут обилка нашего аватара-командира, я командир, кстати. Вот, и единственный, кто останется здесь, это командир. Остальные ливнут назад. Снайперы займут позицию на втором ярусе для того, чтобы точнее попадать. Здесь же мы, кстати, убили одного аватара справа. И смысл в том, что аватары не смогут из-за пси-силы нашего командира его захватить. А все остальные будут, что называется, out of range. То есть вне зоны досягаемости, по крайней мере, пси-атак аватара. Поэтому сейчас я попытаюсь просто тупо свалить. Это раз. Беска подранена, конечно. У нее там две гренки хорошие, все. А, ну и тут еще один баг. То есть, если ты после сейва заходишь в эту комнату, тебе показывают одну и ту же. Это продолжая рассказ о том, что игра еще сырая, о том, что багов много. Вот один из них. Есть версия, что тестеры тупо не доходили до этой комнаты. Ну, немногие доходили. Этот аватар уже четвертый раз, он повторяется, появляется. Миш, го уже, так уже пошли, все, чего-то такой нетерпеливый. FHNFC. Вот, еще классный баг, смотрите, я не могу сейчас никем управлять, курсор не двигается. Это, кажется, синематик, да проходит, сейчас терпеливо подождем. Мышку только наверх, чтобы узнать, когда... Да, вот, все, ожил. Так, аспирант. Ему бы за кавер, блин. Всем бы за кавер. На всех каверов не хватает. Братка, наверное, сейчас с крюком попробуем... Стоп, у него вообще есть крюк? Кажется, не завезли крюк. Ладно, тогда сюда. Так, а аспирант вообще добежит, если я Марию я переставлю? Добежит, отлично. Так вот лучше. Аспиранта тоже вводим сюда. Аватар командира тоже назад. Ну, не сильно так, аккуратненько. А вот Тейку я бы с крюком закинул сразу наверх. Это тебе даст и бонус точности, и так только за полуукрытие хотя бы, да. И возможность сделать действие после убийства противника, который находится ниже тебя. Поехали. Здесь наш мутон под контролем. Новые паки появляются. Они, кстати, рандомные даже. Слышите? Да, это очень плотный пак. Такой же появился в другом портале слева.
Да, есть, есть моды на количество хп, чтобы отображались точно, я в курсе. Ах! Мутон! Он был мне как мутон. Тоже интересный момент, когда прилетает подкрепа или приходит подкрепа, но ты ее не видишь, идет вот такая вот заставочка. Не очень информативная. Подходит аватар. Кстати, я сейчас аватар могу даже... Эй, стоп. Это не то. Ну, то есть он... Это просто на рывке мутоны милишные подходит. Давай, подходи ближе. Да ладно, что, пострелять хочешь еще, что ли? Вот, мне сейчас аватара бы каким-нибудь из снайперов выцепить. Или, да неважно кем. Просто цепануть его так, чтобы он стелепортировался. Желательно, чтобы он стелепортировался при этом на мою сторону. Ба, взрыв по троим. Мутон погибает, еще двое ранены. На 11, на 9. И еще идут. Идет народ. Ха! Змеи. Змея, я помню, в конце вчерашней трансляции. Так, кого мы видим? Братком одного Берса. Я больше на Т рассчитываю, на самом деле. И зря. Так, ну, я, в принципе, командиром могу попробовать вот этого упыря штрафануть. Берса-то мы отстрелим. Меня вот это беспокоит. Проект Аватар. Так, обыск точно не может. Ну, как она сможет? Сейчас, погодите. Стоп, а может, сможет? Не, не сможет. Не сможет. Спран тоже не видит. Ну, тогда тут особо ничего не остается. Пытаемся 65 пробить. Ну, хотя бы, ну, попасть для того, чтобы она стелепортировалась. Нет, так нет. Я особо настаивать не буду. Ой, да ладно. То есть здесь уже не забраться на... А, забраться только с той стороны. А, не айс. Есть хорошая новость. Если... Не, давай чуть кайтанем. Чуть-чуть кайтанем. Можно доп. Действия сделать. Да, давайте чуть кайтанем. Раз снайперы не видят, нам желательно будет, чтобы аватар сам подошел поближе. Здесь по мутону с метким глазом. Разок выстрелим. Так, чтобы ваншот был и все. Ты уже 150 где-то нас стреляла. Да, смерть с небес. Еще перезарядиться бы ей хорошо было бы. Ну, а зачем оставлять непонятный пистолетный Overwatch? Так, Берс, ок. Здесь ты увидишь нашего аватара? И не увидишь. Это не очень хорошо. Девятка я не достану, да? О-о-о! Ну, это уже лучше на второй ход оставить. Смотрите-ка, я достаю до аватара пушкой штурмовой, на пофиг. Надо запомнить. Тем более выстрел только один у этой самой пушки. Так, мне нужно выйти так, чтобы увидеть нашего чемандера. Вот странно, тоже вижу на нет. То есть я выхожу вроде нормально, должен видеть все, не вижу нифига. То есть ни одного из противников я не вижу из этой позиции. Вот так вот я только вижу мутоном. Вот так вот и вот так вот. Вот так вот. Ну, своего командира тогда должен увидеть. Хочу его увести тоже. Потому что он в неприятном соседстве находится. Да. Хотя бы за полное укрытие уведу его. Да мне и выгодно, если они тут толпиться будут. Так хоть хэвики пострелять смогут. Да, давай так.
Здесь Overwatch, здесь тоже Overwatch. Беску, беску, беску. Ладно, пусть Overwatch будет. С богом, поехали. Аватар пока меня не видит. Теоретически должен подходить. Ну и все остальные тоже должны подтягиваться. А вот, подошел. Видит кого? Overwatch. Ну, отлично. Мутон подбегает. Аспирант в него стреляет. Он прорвется. Сейчас Берс еще должен. А, Беска. На десятку и метку. Если Берс постреляет, то он может и... Нет, он не добьет никак. В ярости. А Мутон-то должен ударить. Я не успел. А этот что? Этот тоже ничего. Ну и слава богу. Там безликие слева идут. И мой ход. Все, отлично. Для начала нужно снять Overwatch, посмотреть, кого кто видит. Уже две цели, что очень хорошо. Хотя это мутон обыкновенный и мутон берсерк. Так, а можно еще копьем, кстати, снять. Копьем предпочтительнее, потому что... Да, только я не достаю копьем. Чуть-чуть не достаю. Да. Не будем выдумывать, наверное, да? Или кислотную. Видите, тут тоже особо докинуть не получается. В общем, ноликом пробиваем, как и хотел изначально. Броню нужно снять. Местоположение, чтобы он поменял. И... О, мутон минус. И Overwatch снять. Давай, куда ты? Главное, чтобы он ко мне прыгнул. Это не очень подходит. Но, может, псих достанет. В этой ситуации. Да, достанет псих. Отлично. Копьем мочим. Пыщ. 14. Серьезно так. Сейчас снова телепортируется она. Кажется, в мою сторону, смотрите-ка. Вот это гуф. Причем гарантированный гуф. Не совсем гарантированный. Я ее не вижу сейчас, Тей. Из-за вот этой вот балки. Обраток. Обраток тоже не видит. Так, кто такое количество урона? Может, аспирант может такое количество урона нанести с критом вплотную. Если, конечно, попадет. Отходим. У него один выстрел как раз есть. 105% крит. 105% крит это... Это специальный патрон, коготь. Это модификатор на оружие. Ну, это дробаш, в конце концов. Бдыщ. Второй аватар минус. Выставляем братка на позицию. Здесь Чумандер может... Может, конечно, пострелять. Может, не стрелять. Может, Тей его убить. Вообще не принципиально. Можно угол поставить, но пока не против кого угол ставить. 105%. Это, знаете, это такая ультимативная победа над вероятностями XCOM'а, когда тебе пишут 92, и ты думаешь, ну 92, ну это 92. А потом три раза подряд мажешь 90+. А тут как бы 105 и ничего не сделать. Это даже не 100. Это 105. 105. Берс убили. Ой, да, берсерка. Берс убил. Это просто опергеймер Берс. Ждем третьего аватара. Если он сам не пойдет, я пойду своим аватаром Чумандера туда. Мне по сути его нужно просто спулить. Возможно, плюнуть в него как-то. Безликий бежит. Бедолага. Как я помню, на первом терроре от этих безликих терпел. Сейчас тупо мясо, которое не добегает. Опа. Что с виженом, Михаил? Еще подкрепа пошла. Три зеленых мутона. Да-да.
Сейчас я чекну одним глазом, посмотрю, где безликий, где три мутона. Вот он безликий. Сейчас я разведу снайпов, чтобы была больше вероятность. Перезарядить с аспирантом надо было. И снова отступаем. Да подождем читка. Перезарядки, все дела. А что за дезориентация была у этого безликого? Ой, труп скинул своего собрата. Вон, ноги сейчас падать будет. Да, упал. Так, это минус второй безликий. Как бы мне этого аватара-то спулить? Ну, командором нужно. Он и под контроль не попадет, и обилки у него есть. Который, значит, был здесь. Скорее всего, мне к мутонам надо будет идти. Но я в полхода буду это делать. То есть по половиночке. А, вон там стоит уже он. Ясно все с тобой. Так, я предлагаю... Кстати, можно же кодекс под контроль взять. А снайпер точно ничего не видит? Ничего не видят снайперы. Можно вообще копьем просто вот так вот сделать. И надеяться на то, что он... Да, что он в другое место упадет. Наверное, это лучше. Мне же в конце концов его убивать нужно. Пыщ. Десяточка. Дай поближе просто, поближе. А там уж глядишь, и другие дострелят. Так, ну чуть ближе, да. Чуть ближе. Правда, по-прежнему никто ничего сделать не может. Естественно, никаким макаром мы туда гренку не докидываем. Аспирант, конечно, с Run and Gun может что-то придумать. Вот отсюда, чисто в теории, мы его будем видеть. Но мне нужен тяж, который гарантированно попадет. Тяж, который гарантированно попадет. Или доп. Действие просто делать беским. То есть перезаряжаться у нее в обычной перезарядке. После этого делать воодушевление, которого нет. А что мы там взорвать можем? Запал здесь не поможет. Так, у кого модификаторы на... Нет, здесь шанс крит, шанс на доп. Действие. Мгновенное убийство. Кажется, только у Берса на троечку. Да, только у Берса на троечку урон при промахах. Не, ну может, конечно, на дурку подойти и проатаковать. В надежде на то, что... Да, мы попадем. А можно тупо с ним поперестреливаться. Он же не убьет аватар с первого раза, правильно? Вот пусть и стреляет, скотина. А, Overwatch. Телепорт от кодекса. Ой, да ладно, сейчас вырубит пушки. У троих. Еще один кодекс. То есть два упря на Overwatch, да? Два упыря на Overwatch, а четверка, я до него не достаю тоже. Что? Там у аватара же хорошая тема есть. Да? Так можно закрыть просто-напросто. Причем сразу мы снимем Overwatch. Сразу мы его продемеджим. Поехали. Там уж разберемся. Снайперы все равно стреляют. Пыщ. Давай к нам поближе все-таки, а? Друг, аватар. Пошел клон у этого, пофиг. Вот тот куда пойдет? Куда пойдет тот? Эх, вряд ли. Ну, хотя дырки в стене есть, но...
Снайперы не видят. До Берса, кстати, не достали. Достали только двоих. Чисто в теории я могу еще майнд-контроль сделать и флангануть его. Например, майнд-контроль... Не, погоди, погоди, погоди. Погоди, не торопись. Отсюда ты достанешь массированным. Вот с этой позиции. Вряд ли, конечно. Хотелось бы, но вряд ли. А точно, сколько там клеток? 5 клеток где там. И не достанешь. Так, любой способ нанесения урона. Копье, например, огонь души, точнее, вот это вот. Я немножко подставлюсь, но я ему нанесу урон. Так давай, тебя все равно нужно уводить. Поехали. Огонь души. Без промаха, как бы. Берем просто и дэмэджим. Главное, чтобы он улетел сейчас так же, как прошлый. Просто на мою половину. А не куда-то там, в темноту. И все. Ну, ладно. Сейчас, пожалуй, надо просто выходить и мочить его. Мочить, как говорится, на пофиг. А, подождите, я же могу конусом, да? Только своего задену. Своего задену. Так, а Гренку точно никак? Ох уж это... Эти клевые уровни. Давай так, ладно, чего. Сейчас Overwatch может среагировать. Нет, аватар тут не справился. Кислотную? Хрен тебе. Ну тогда просто вот так вот. Это и армор, минус опять, и урон, и телепорт. Да ё-моё, конечно, это и то, если попадешь. Берс не докинет. Чё, ранган? А у тебя нет перезарядки. То есть перезарядка и постреляешь отсюда. Ой, какая аркада пошла. Да, давай. Только подальше. Не боимся Overwatch'а слева, потому что есть уже обилка. А, там укрытия нет. Ха, 101% крит. Главное, попади 71. Еее. Уклонение царапины. Главное, что сейчас будет ТП. Ну, куда? Ес! Ну, вот это все, это гуфчик. Чувак, как говорится, это гуфчик. Меткий глаз, Т-91. Бронированный, до свидания. Три ачивки дали сейчас. Защитник человечества, отмщенная земля и еще какую-то фигню. Буду хвастаться теперь ачивками. Я же говорил, полчаса хватит. Что? Короче, мы эвакуироваться пытаемся. Jen, tell me you've got a plan B here. Nice work. Was it anything on my end? This shouldn't even be possible. Unless... Commander, whatever it is you're doing, it's working. Just make sure you save enough juice for your own trip home. Commander, you okay? We just lost contact. What the hell is happening here, Doctor? It's the Elders. They're overwhelming our link, enveloping the Commander's consciousness. Then sever the connection! We do that, we risk a complete overload. We will reclaim what was given. We will be whole once more. No! Это Final Fantasy вообще пошел. Vital stabilizing.
Synaptic activity returning to acceptable levels. And one transdimensional psionic network down for the count. Mission accomplished, Commander. This is the Liberation Network broadcasting on all frequencies. Advent is in full retreat across all areas. Heavy fighting continues in the city's centers as Advent forces attempt to regroup. We're barely keeping up with the flood of refugees here, as people continue to desert the Advent-controlled city centers. Full curfew remains in effect as the administration deals with the ongoing crisis. To all of you in the occupied zones, hold your ground. Continue the fight. We promise you, help is on the way. Это черт не себе позволяет, да? Сказал. А, там стелс пошел. Для тех, кто только что присоединился, вы все пропустили. Здрасте. Надо. Воу-воу-воу. Сейчас будет у нас задел на следующую часть. X-чом. Terror from the Deep. Где-то я это уже слышал. Видел. Не может быть. Пришельцы на дне морском? Не было такого еще никогда. Ну, как бы вот. Наконец-то осилили. Почти в 9 частях. Кто-то там жалуется, кстати, на лаги. Все лагает, говорят. Дропов у меня нет. Сейчас пойду посмотрю. Да, и это, наверное, стоит резануть запись. Просто потому что... Сейчас там Сережа играет. Ага, понял. Лаги плюс. Да, концовка, конечно, странная. Ну, то есть... Во-первых, она не оригинальна. Потому что... В той же самой прошлой части, если вы помните, там тоже псионик жертвовал собой для того, чтобы остальные спаслись. И тут этот псионик — это вы, Чомандер, вот. Вот, спасли отряд и сами тоже пыщ-пыщ. Там поперестреливались с эфириалами, непонятно, что произошло. В общем, ну и что? Да. Мы это практически то же самое видели в прошлый раз. Те же самые этериалы, тот же самый псионик, только вместо базы летающий там корабль. Вот. Ну, будем ждать апдейтов, будем ждать патчей, будем ждать лонгвора, наверное, все-таки. Как-то так. Но самое сложное, конечно, на Рейнмэне будет это пройти первые пару десятков миссий. А потом каким-то образом защитить базу. О, прикольно. Ох уж этот стелс в светящихся костюмах и снайперских винтовках с фонариком. Да. Ну, ее не видно просто тут никак. Ну, как бы, кто ее увидит? С рыжими волосами, в рыжем костюме, светящуюся с... четырьмя фонарями, там, прицел, один боковой, другой подствольный фонарями. Ну, это, ну, маскировка. Хамелеон, ее второе имя. Вот. Ой. Что делать сейчас? Я, во-первых, не очень хочу... Короче, я в Варик хочу поиграть, если вы не против. Вы не против Варика? Ну, чутка ФФА. Да, после титров сюрприз, конечно.
Конечно, я поведусь на эти разводы.